Добро пожаловать в школу номер 3! Спасибо. Обычно здесь гостей встречают менее помпезно, однако сегодня повод особый. В школе номер 3 проходит первый городской медиафорум в центре событий. Сотни школьников из Бийска и прилегающих районов приехали сюда, чтобы научиться писать, снимать, структурировать, фотографировать и не только. Мы рады приветствовать вас на первом открытом городском медиафоруме информационных изданий, радио и видеопрограмм образовательных организаций города Бийска в центре событий. Они грезят о карьере телеведущих, хотят быть самым узнаваемым голосом радиостанции и хотят находиться в эпицентре событий. И уже сейчас школьники превращают мечты в цели. Во многих учебных заведениях Бийска есть свои газеты, радио и телевидение. Так, в третьей школе уже есть свой слаженный творческий коллектив с постоянно обновляющимся контентом, каналом в интернете и постоянными зрителями. У нас увеличилась наша телегруппа в три раза. Всем охота и сниматься, и корреспонденты, и операторы. Вот что самое у нас такое востребованное, это операторы и монтаж, кто делает, ребята. Сейчас у нас прям хорошо получается, их много. Одно дело готовить сюжеты и публикации, когда в помощь только учителя и интернет. И совсем другое – изучить медиакухню изнутри. Форум как раз та площадка, где получить недостающие детали пазла можно из первых рук. От людей, которые съели на этом деле уже не одну собаку. Сегодня профи преподавали на 10 площадках. Одна из них – подготовка новостей. Так, все внимание сюда. В школьной столовой появилось новое меню. Теперь учащихся будут кормить жульеном и давать ромашковый чай с имбирем. Вы выбрали эту тему. Давайте, рассказывайте, как вы построили свой сюжет, из чего он у вас будет состоять и примерно хотя бы, что люди говорят. Всегда учиться и смотреть на вещи глубже – главный импульс, который хотели передать школьникам-смишники. Однако одного такого образовательного дня, чтобы погрузиться в профессию, конечно, мало. Тем не менее, начало доброй традиции положено. Главное, чтобы такие медиафорумы давали результат. Анастасия Исаева, Сергей Доровских, «Будни».